По сравнению с прошлым годом, количество правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и их употреблением, сократилось. В период подготовки и проведения зимних игр была проделана большая работа по ликвидации наркопритонов и задержанию поставщиков. Тем не менее, проблема наркомании сохраняет актуальность. Если в прошлом году, по оценкам 2012 года, то есть у нас по ряду позиций ситуация оценивалась как кризисная, да, в Сочи и в целом по Краснодарскому краю, и в частности по Сочи, то сейчас, в общем-то, благодаря положительной динамике цифры идут на поправку, вот эти вот, ну, ситуация оздоравливается в городе. Хотя много, конечно, существует еще проблем, и работать есть над чем. Предупреждению наркомании Кубань уделяет особое внимание, и приоритетной задачей остается профилактика, особенно среди подростков. Во время переходного возраста они легко поддаются влиянию и не хотят быть откровенными с родителями. Самое главное – удержать подростков от попытки попробовать наркотики. Необходимо постоянно разъяснять, что наркозависимость не просто пагубная привычка, а смертельная опасность. В работе с детьми разных возрастов своя специфика. Вот уже 3 года подряд в школах Сочи проходит экспресс-тестирование подростков на предмет употребления наркотиков. Помогают молодежи и бросить курить табак. В городе Сочи увеличилось число молодых жителей города, которые бросили курить или которые задумываются о том, что они бросят курить. Также анализ 3-летнего исследования наших школьников показывают значительное снижение школьников, студентов и учащихся средних специальных учебных заведений с 22% до 15% в этом году. То есть ежегодно свыше 500-700 школьников, студентов бросают курить. И на достигнутом нельзя останавливаться. Так, в рамках реализации губернаторской программы «Антинарко» ежегодно в образовательных учреждениях города проводятся показы тематических фильмов. Кроме того, у молодежи появилась отличная возможность бесплатно заниматься спортом и посещать занятия в различных секциях. Они работают в каждом районе курорта. Татьяна Нагорская, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.